Всем привет, меня зовут Александр, это мой отзыв на курс Poker Pro 2020. Сейчас пару слов расскажу о себе, своих результатах до курса и после. После этого перейдем к плюсам и минусам курса, что я бы посоветовал тем, кто собирается его брать, и что можно в самом курсе улучшить, на мой взгляд. Познакомился с покером я где-то в 2016 году. Играл на Play Money в разных приложениях игровых, там ВКонтакте. Несколько раз с друзьями там зависал в офлайне под пивко. Вот, но серьезно не увлекался. В мае прошлого года вдруг заинтересовался этой темой, начал читать литературу, делать какие-то маленькие копеечные депозиты в покер-румы, минимальные буквально фриролы катать. Благодаря фриролу на PokerStars удалось съездить поиграть в офлайне в Сочи на европейский покерный тур осенью прошлого года. Вот после этого решил уже серьезно заниматься покером. Увидел рекламу PokerAbility, стримы Петра смотрел, какую-то информацию в паблике инфу. Вот после этого решил записаться, снял за банкролл 100 баксов, уже к тому моменту подраскрутил банкролл неплохо, чтобы можно было потратить на обучение, инвестировать. До курса играл в румах без хада, без статов, поэтому, собственно, не знаю, какой у меня был винрейт в прошлом, и каких-то графиков не могу показать. То есть уже на курсе начал учиться использовать худ, статы, сейчас уже есть какое-то понимание всего этого, но еще надо в этом копаться, закреплять все это. Сейчас покажу мой график за курс, чего я добился. То есть, да, вот мой график. Что хочу сказать. Начал сразу играть NL10. Он меня не очень хорошо встретил. То есть, сразу у меня начался довольно жесткий даунстрик. Пришлось на лимит ниже спуститься. Но потом немножко поднабил дистанцию и уже вышел в плюс. Не очень большой винрейт. Я, конечно, ожидал побольше, что у меня будет. Вот, но профит есть. Не буду прям оправдываться жестко, что это там жесткие. Мне раздавали кулеры, там супер даунстрик. Но были там у меня ошибки все-таки, из-за которых, возможно, я там потерял 1-2 ББ на 100. То есть всегда, когда даунстрик, нужно смотреть, действительно есть ошибки или нет. То есть не сваливать все там, что мне не повезло, там, бла-бла-бла. Ну ладно, вот, короче, плюсовый график по итогу. Не залил банкролл, слава богу, за курс. Ну, собственно, все. Наверное, сейчас подведу итог своего обучения, плюсы и минусы курса. Что мне дал курс? Во-первых, четкий алгоритм действий на постфлопе. Теперь я не теряюсь, делаю меньше ошибок. Подстраиваюсь под разные типы оппонентов. Также на курсе дают префлоп-модель готовую, то есть, выучив ее, уже будет у вас крепкий префлоп. Я уже большую часть модели выучил. Это действительно повышает винрейт. Также до курса я не пользовался вообще статами, худом. Теперь более-менее умею этим пользоваться. Также до курса я вообще не работал над своей игрой, а на курсе показывают, как это делать, как работать над своей игрой, конкретно какими методами, вот, как это дальше в этом направлении развиваться самому. То есть по итогу я закрепил основы, крепкий фундамент заложил своей игры. Дали много инфы, задали курс развития, мой дальнейший. Какие хочется выделить плюсы? Во-первых, дается очень много информации на курсе. То есть действительно очень загруженный курс, дается очень много информации. Не всегда даже может хватать времени на то, чтобы сделать всю домашку и отыграть норму часов еще при этом. Вот это во-первых. Очень большой пласт информации, даже после курса. Вот придется какое-то время потратить, чтобы это все закрепить.
Во-вторых, дополнительная мотивация дается то, что разыгрываются банкролы за лучшую игру. Всякие акции подгоняют команда PokerAbility. Ну и дружелюбная, отзывчивая команда тоже понравилась. Кураторы, тренер, тренера сам Петр. Вот. Ну, из минусов тоже есть что сказать. Ну, на самом деле, не очень серьезные минусы. Но все же. Во-первых, полным новичкам, наверное, будет тяжеловато все-таки заниматься на курсе, потому что, ну, большой пласт информации. Ну, были такие люди, которые приходили и, ну, из чата, как я понял, и не знали вообще ничего, никаких терминов. То есть я думаю, надо для них сделать отдельные, ну, отдельную часть курса, хорошо проработать прямо. Прям вот я пришел, я не знаю вообще, что такое покер. Прям с самого начала все, начиная от правил. Иначе таким ребятам, думаю, будет тяжело очень. Вот. Второй минус тоже не очень большой. То, что тем, кто работает, учится, может не хватить времени вот это все делать. Ну, я думаю, это логично при таком количестве информации, что некоторые люди не будут успевать. Ну, как я понял, даже если что-то не успеваешь сделать, допустим, какой-то завал по работе был или учебе, то ничего страшного, просто в своем темпе занимаешься и все. Еще минус то, что я ждал, то, что будут разбирать базу лично или хотя бы покажут, как это делать. Вот я лично вот этого ждал. Хотел очень. Ну, видимо, на этом курсе этого нет. Ну, вот что посоветовать курсу? Сделать материалы для новичков дополнительные, для полных. Разбор базы я бы хотел, если можно. И что-нибудь по психологии. Типа, добавили бы в курс, было бы очень полезно. Тоже для новичков было бы неплохо. Как бороться с тильтом. Вот что-то такое. Но в целом курс понравился, да. Спасибо за курс. До свидания.